озорник, любитель книг, лавкач, игрок, жизнь между строк. И потому открыт ему незримый путь в любую суть. Танец злобного гения на страницах произведения. Эта игра без сомнения обреченных ждет поражение. Да, он рад всего за час. Прочтет он вас. Он волен взять и поменять строку и с ней смысл темы всей. Танец злобного гения на страницах произведения. Эта игра без сомнения обреченных ждет поражение. Окно. Танец злобного гения на страницах правил.